Всем привет! Очередные фильтрованные новости. Ни о чем. Почему ни о чем? Потому что я услышал сейчас, когда включил телевизор, что Путин подписал указ об облегчении каком-то, я так напрягся, для что-то там пенсионеров, для многодетных. Так думаю, так, что происходит? Я не пойму, Путин что-то подписал. Что-то позитивное подписал. Оказывается, Путин подписал указ об облегчении налоговых льгот, значит, нет, не так, не облегчение. Я попробую сформулировать, потому что это не так. Это тяжело, когда словосочетания идут, Путин что-то там облегчил, и приходится напрягаться, что он конкретно облегчил. Вот когда он что-то усилил, то конкретно, там вот раз, там с первого следующего месяца у нас наступает какой-то пиздец. А когда облегчение, нужно напрячься. Итак, о чем облегчение? Значит, он разрешил россиянам, которые подают документы на льготы, не доказывать, что они должны по коммунальным услугам по ЖКХ. Повторяю, облегчение в чем? Население не обязано доказывать, если подает какие-то документы на получение каких-то льгот по ЖКХ, не обязано доказывать, что у них есть какие-то долги по коммуналке. Теперь это будет все в электронном виде выходить. Вы представляете, какой прогресс? Но маленькая поправка. В действие этот закон войдет, сука, с 21 года, через 2 года. Сука, я над этой страной угораю просто, представляете? Самое главное сочетание — Путин и что-то там облегчил. Все. А что он облегчил? Он ни хера ничего не облегчил. Он, сука, закручивает гайки, но бедные СМИ усираются, чтобы хоть что-то найти, хоть что-то. Сейчас слушаю, значит, опять перепалки очередные там в какой-то передаче интеллектуальной, типа, где аплодируют, сидят эти попугаи за кадром и говорят, по команде флажки поднимают, и они там, обезьянки такие сидят. И вот эти вот с умным видом, вот это вот какие-то те же самые хохлы, те же самые наши журналисты, те же самые, они обсуждают положение в Керченском проливе, и при этом... Значит, Трухин, там есть один такой, ну, вот они специально каких-то придурков там ищут, чтобы они выглядели, чтобы украинцы выглядели смешными. И он якобы за Украину, и он говорит, рейтинг Порошенко утвердился, и у Путина, у которого исторический минимум сейчас в рейтинге, тоже укрепился рейтинг. И сразу журналисты, сколько, ну-ка напомните, сколько у Путина рейтинг, а сколько, сука, у Путина рейтинг? Вот вы сейчас проведите честный опрос, и у него окажется ниже, чем у Порошенко, я вам отвечаю, я вам зуб даю. Потому что этот конь столько натворил за последние, там, я не знаю, год-два, я уже не говорю о его 18-летнем правлении, что просто у меня нет слов. Все, я полез не туда. Всем пока, это были фильтрованные новости ни о чем. Так же, как и послабление со стороны Путина, а ни о чем.